Ну давай посмотрим, что у нас было после зачистки. Уничтожение Лусы. Да, согласен. Transports Sigma and Omega have been chosen for the honor of destroying the rebel cruiser. Омега Куну дали уничтожить Лулс. Это классика. Assault gunboat groups Tau and Nu will provide close escort for the attacking transport. Хорошо, наша задача это эскорт. Я понял. The rebel starfighter threat is low since the last battle. Ну, зачистили. However, some fighters may have survived. Наверное, вернулись, починили или кого-то на обломках заехали. И они времени не теряли, да? Видишь, раскидали минное поле. Угу, хорошо, это будет посерьезнее. Окей, хорошо. Но что на зачистке, точнее, на уничтожение крейсера нужно от меня императору? The Imperial attack on the Rebel cruiser will certainly succeed. Its impending destruction will probably cause its commander and crew to try to abandon ship. Be prepared to track down its commander and disable his escaping craft. Any other fleeing ships should be destroyed. Понятно. То есть мы теперь представляешь, на меня повесили работу захватить командира крейсера. Хочу. Скорее всего, да, мне будет, наверное, ракеты уничтожить мины. Да, там мне особо не надо будет торпеды. За этим займутся тяжелые транспортники, торпедоносцы. Поехали. Дали бы мне лучше за этот... транспортный торпедоносец сесть. Пострелял бы по ней. Давайте удачи, омеганы. Сигма принял. Сопровождаю. Так, Луза. Контейнеры. Подожди. Сколько здесь мин? Нифига себе. Тормози. Остановиться. Полностью зарядка. Это сколько мин там? Ну, ладно, пока наши летят, давай-ка. Все-таки надо расстрелять. Хотя бы 16 мин уничтожил на каждую ракету. О, тяжелые ракеты полетели. В Лузу. И, блин, перехватили их. Это мины перехватили, вот эти ракетные. Черт. Ситуация не очень. Да, я вызываю подмогу. Это будет стоить не очков, но я чувствую, и мы вообще не потянем. Два штурмовика, два транспортника против такого поля? Да вы шутите. Хотя вопрос, стоит ли вообще мне ждать красного лока? Ракету сбили. Ёлки-палки. О, штурмовые транспортники с фрегата прилетели. Отлично. Нет, не лети туда! Она тебя сожрет! Куда меганы полетели, придурки? Не так же близко, а? Сумасшедшие. Смотри, а? Все, отхватил. Просто вы... Придурки. Что ж вы делаете-то, а? Ладно, мне прям надо вычищать поле, по-любому. Подбираемся поближе. Надеюсь, транспортники нас не подведут. Да. Сиди рядом и не рыпайся, пожалуйста. Еще торпеды есть, отлично. С
Слушай, а почему бы тебе... Ой, эй, Винги, это не хорошо. Откуда ты цель? Давай. Пошли, стоп, стоп, да займи-ка лучше с этими ребятами. Это по-серьезному уже будет. Па-па-па-па-пам-пам, не есть хорошо. Стоп, меня лочит. Кто? Эй, Винг. Черт, я тебя подрал. Есть, сбил ракету. Фу, спасибо транспорту, прикрыл немножко. Слушай, кто-то сдал нашу атаку или вообще просто какая дезинформация? Тут полностью они готовы были к нам. Причем луза запаханная все в окопе, минном. Хоть бы хны. Еще три звена прилетели, нормальных перехватчиков. Что-то здесь совсем не пошло не так. Не перекрутишься. Еще и Y-Wing здесь рядом, блин, зудят как комары. Давай, 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 детка. Что это было? Поля посадили. Ах. Давай, давай, почти, 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 детка. И Y-Wing у меня на хвосте сидит. Ну ладно, хорошо, сейчас мы с тобой поговорим. Не надо было сюда прилететь, сидел бы дома, кукурузу растил. Что ты здесь в космосе забыл, скажи мне? Космос не для тебя, брат. Из этих террористических выходов. Кто меня шмалит? Еще один Y-Wing? Ты посмотри на меня. Давайте. Пусть мое крыло сопровождает меня. Что-то мне все сели мне ко мне на хвост. X-Wing. Где ты, гад? Осталось две ракеты. Наверное, я их оставлю на шаттлы. Да, эти ребята, с ними надо поосторожнее. Кого-то потеряли. Трансчарит, черт, ассалт транс. Погиб смертью храбрых. Держитесь, братья, держитесь. Лузу надо докопать. Там, я не знаю, там... Это огромная машина. Смерти, и террора, и насилия. Незаконопослужащими гражданами империи. Если мы уничтожим атаки, будет продолжать идти с нее. На беги, на D-34, на какие-то другие станции. Неужели вы этого не понимаете? Неужели вы это так очевидно? Есть, уничтожили. Окей, понял. Каргон, нет, мне дерсы нужны. Молодцы. Где он? Где дерс? Черт, не имею еще близко так. Понял. Ищем, 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 ищем. Стоп, мне надо на скорость надо. Выключаемся. Так, где эти чертовы? Гаргон, вот Деррис, вот он. Все, уходим. Единственное, я не смогу убежать от... Эвинг, вот они. Окей, Деррис 2. Давай, 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 надо еще будет просканировать. Но я от балды дам в залп. Черт, на балде. А, хорошо. Командер, есть. Так, хорошо, 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 хорошо. У меня есть еще энергия. Так, где Деррис? Как раз из щитов возьмем энергию, парализуем его. И мы его заморозим. А Эйвинг, ты делаешь свою работу, да? Есть. Ракета! Черт! Уходим, 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 все. Надо отойти. Самое главное, командир мне. Транспорт, зайка зашел. Сейчас отойдем от мины и встретим Эйвинг. Лочит меня, лочит, все, надо поворачивать. Перекручиваем, перекручиваем Эйвинг. Давай, деда. Окей. Встречаем, встречаем, суку. Иди сюда, гад. Ну ты все, вы провалили, вы не смогли своего командира охранить. Двоих, черт, да ё-моё.
Хотя мне самому бы отсюда еще убраться. Ну ничего, я надеюсь. Подмога есть? Подмогу, дайте подмогу. Ваша мать. Видимо, это все транспорты, которые были. Это был... Да елки-палки. Так, не паникуй, соберись. Че... Окей, хорошо. Сначала давай эксу компасса. Да елки-палки, кто в меня резался? Сколько их рядом со мной здесь? Сок, его надо заморозить. Мне нет времени еще корпусом не стрелять. Скотина. Все, есть следующий. Y-Wing, окей. Давим. Нет, поля. Сейчас я разгружу это дело и потом уже будем... Посмотрим, что можно по этому поводу сделать. Нет, кстати, Y-Wing тоже надо. У него корпус крепкий гораздо. 22. Все, никуда ты не уйдешь. Теперь можно приключиться наконец на Y-Wing. И нарасти себе поля. Спокойно, спокойно. Держимся. Заходит, ты что? Нет, все, двое теперь их. Ничего уже не сделают. Я надеюсь, теперь Зерек или кто там смогут командира этого захватить. Остальные наверняка разлетали же, да? Кого уничтожили? Зак. Да, Зак, это в какой-то следующий транспорт. Не, они Заки будут сбивать или только так, потому что он наверняка... А, черт. В минном поле находится шаттл парализованный. Да, ё-моё. Крути его. Как вы меня достали, а? И больше никого нет. Я здесь один остался. Все смотались. Транспортники были уничтожены. Видимо, никого в этом ближайшем регионе нету. И никто не может выйти на помощь. Да и время, наверное, нету. Чем, придется все это самому расхлебывать, что ли? Ладно. Командира захватили, по крайней мере. Лудзу уничтожили. В принципе, да. Атаку можно считать завершенной. Теперь мне главное сюда убраться. Шаттл Деррис... Улетел. Черт, один пропустил. Чертов этих вайвингов. Вайвинги всегда первым делом надо уничтожать. Это последний. Кажется, можно вздохнуть. А на Заке, Заке у вас там что, у вас целый ангар транспорт? Ну, вообще, да, транспортники это тебе не боевые корабли. Кошмар какой. Это сколько они здесь морпехов они потратили, потому что тупо вслепую кидают. Видимо, они меня ждут, пока я расчищу им поле. Олигофрены. Кто там в командовании сидит, хотел бы я знать. Давай. 30%. Последний, наверное. Ну, такой, да, ветеран. Летать умеет. Но я тоже не лыком шит. Давай-ка тоже мы его парализуем немножко, облегчить мне работу, потому что настолько тратить время на перекручивание мне это тоже, пока ребята там в коробочках хранятся, в транспортниках этих, чтобы одного сраного командира захватить. Да елки-палки, я уже устал просто, я на нервах. То ли он так хорошо летает, то ли я так плохо, а? Стоп, мне нужна скорость, кстати. Че я? Лобовую. А у него реген. О, теперь сейчас дело получше пойдет, смогу держаться на нем. Больше никого не осталось. Остался я, Blue 1, лидер их звена, и Мими. И больше никого. Все, поймал тебя. Stairway unknown. Транспорт никуда он идет? На меня, что ли? Да, на меня, в лобовую. Хорошо. Значит, у меня еще работа есть. Подожди, а что он зеленым стреляет?
Из перспективы нету карго. А второй? Это мой зак. Ладно, давай вынесем его. Тут у нас сейчас... А чё ты сюда сунулся, а? Они с каракатицы даже не могли вовремя прилететь, пока я там крутился с X-Wing'ом. Крутили и перекручивали. О, экипаж. Ну, слушайте, вы сами полезли на меня. Чё, вы пеняете уже? Стоп, давай парализуем. Да ёлки-палки, я не то хотел. Стоп, аккуратно. Еще не хватало врезаться, блин. У меня уже корпус в критическом состоянии. Без шуток, 25%. Может вас захватить, ба? Блин, сколько мин еще осталось? Да офигеть! Помощь нужна! Не, не реагирует. Зак. Летит к Деррису. Деррис торчит, хрен за идею. Ладно, никто не хочет захватывать тогда. Есть. Да, я с удовольствием. Вот только забью этих придурков и лечу. Выполнил, ёлки-палки. Я думал, я не доживу здесь. Кто у нас еще? Так, Ред. Это рядом тоже остался. Ну что, ты готов умереть? Я надеюсь, пока время там задыхался от неработающей атмосферной системы, помолился своим богам. Где Деррис? Вот я вижу точно красная точка. Ага. Фух. А не, мины стреляют еще. Так, надо аккуратненько. А, давай контейнер, кстати, вынесем. Осторожно. Тут слишком много мин. Так, немного себе наберем. Да, честно, вообще-то я валяю дурака, ты знаешь. Оно... Подожди, может мы что-то получим? Ай. Кстати, там же остались у нас дроны имперские. А, не, или мы тебя уничтожили, это какие-то другие. Заодно удар мины на себя притянем. Поля у меня, в принципе, чуть лежат. Деррис ждет свою судьбу. Остался у нас Зак. Не, эти мины вычищать я если не представляю просто. Вот он. Есть, захватили. Наконец-то. Ой, осторожно, держитесь там, 94%. Я возвращаюсь, наверное, все-таки прикрою. Давай, так. Есть. Молодцы, ребята, красавцы. Уходи, уходи от греха подальше. Мины работают во все поля просто. А, нет, Зак. Нет, вот, захватили, да. Деррис стал красным. Отлично. Входит в гиперкосмос через 4 минуты. Деррис. То же самое. Окей, я вас сопровожу, ребята. Мы с вами сделали эту работу. А здесь осталось только пустое минное поле. И я надеюсь, никто сюда не явится. Это было тяжело. Это было резко. Это было плотно. 3 минуты. Помашу вам ручкой, пацаны. Нормально там? Улыбаетесь? Это дорого стоило, но зато у нас очень серьезные остались клиенты на пытки. Конечно, чешется немного мины расстрелять, но я рисковать не хочу. Хотя все, да, можно возвращаться. Шаттлы Деррис у нее захвачено, группы... Я не буду бонусы еще заниматься. Нет, мне больше ничего. Я и так сегодня победитель. Поехали домой. Прощай, Луис.
Шаттл перевозит адмирала Харкова на секретное свидание с Альянсом. Вот кто предатель, вот кто нам Лузу подставил таким образом, что мы умылись в крови просто. Собака. I have come with an offer for the rebellion. We have little reason to trust you, Admiral Harkov, but we are willing to hear your offer. Повстанцы такие же предатели. Very interesting, Admiral. We have great need for officers of your caliber. Here is what I propose. Блин, союзники такие же предатели, как и он. Что они с ними якшаются? А, что нам дали здесь? Медаль. Ну, залуз. О, подожди. О, это уже посерьезнее. Вход к императору. Serve the emperor above all others. Я воль, мой император. Зига. Во, вот теперь я могу ширяться уже посерьезней. Здорово, бро. 29 тысяч очков. Получил медаль. Лазарь 43, 39 иоников. И 18% ракет. Ёлки-палки. 13, 3 из 13. Не себя бонусов сколько было. Ну, пофиг. Зато главное выполнил. 13 сбил, нифига себе. 2 X-Wing'а, 3 Y-Wing'а, 3 A-Wing'а, 2 транспорта, 3 контейнера. У-у-у. Один каламари не уничтожился, к сожалению. И 13 объектов. Мы потеряли также 13 кораблей. 2 штурмовика, 6 транспортов и 2 штурмовых транспортника. Да, я тоже хмурюсь, бро, я тоже хмурюсь. Вытри слезу свой глаз, вытри. По погибшим не плачут, по погибшим пьют. А, да, ну, и захватили еще Тедериан Шаттл. Чего мы добились? You helped to destroy the light calamari cruiser Lulzla. This is a major achievement in our fight against the rebellion in this sector. Да, теперь D-34 может спать спокойно. А что у нас с командиром? You have helped capture the commander of the Lulzla. Excellent work. Ну, да, видимо, это просто очевидно. Единственное, что я помог. Ну что, и пилоты, пошли обмывать мою медаль? Давно пора.